Современное сельскохозяйственное производство призвано использовать новейшие достижения научно-технического прогресса. В этой связи выполнение продовольственной программы является воистину всенародным делом, поскольку зависит от добросовестного труда представителей практически всех отраслей народного хозяйства. Саранское производственное объединение «Светотехника» выпускает 1000 наименований высококачественных изделий, немалая часть которых используется в парниках, теплицах, на животноводческих фермах. Искусственное солнце из Саранска помогают животноводам и труженикам сельского хозяйства решать важные задачи повышения количества и качества продукции.